март 2000 года. 90 десантников сошлись в бою с террористами. Он явно неравный, силы противников превосходит в 5 раз. В итоге 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка потеряла 84 бойца, но не сдала позиции. И это героический поступок, считают учащиеся. Больше 70 школьников и кадетов чтят память погибших на специальном уроке мужества. Подвиг 6-й роты, он бессмертен. Человек рождается, в конце жизни человек умирает. Вот умирать можно по-разному. Эти люди не умерли. Они погибли, но их имена навечно вписаны в историю нашего государства. Среди павших бойцов был и наш земляк, бичанин Сергей Медведев. Ему присвоено звание Героя России посмертно. Посмертно же золотой звездой в общей сложности награжден 21 герой 6-й роты. Многие также орденом мужества и тоже посмертно. Но столь высокая цена была не напрасна. Бой перевернул ход Второй Чеченской войны. Я считаю, данные уроки поднимают патриотизм среди молодежи, поэтому они необходимы, тем более в нынешней ситуации. Барнаул стал первым городом России, где была создана уникальная аллея памяти героев 6-й роты. На ней установлены планшеты, на которых изложена история каждого героя и его подвига. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.